так зацепится в гостевых матчах, тоже все может повернуться очень интересно. Николай Макаров пошел вперед, стычка на пятаке. Каменев стоит, смотрит на Чуркина, приехал туда же Плотников. Работа для линейных арбитров, растащить игроков. Сергеев приехал, защитники ЦСКА все-таки поехали к чужим воротам. Я сейчас объясню действия Каменева, удаляют его. И он пошел специально провоцировать соперника на потасовку, чтобы, может быть, как-то уравнять количество штрафных минут.